это я. Ты делаешь мне ням-ням. Смотри, подойди. Бросаю самодельную бомбу! Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила! Да, ты видел? Это я сделал. Это ты сделал, это большие кишки. А чё ты кашляешь? Это я чё-то курю много. Вот здесь нормально вообще. Ой. Шлейф. Куда идем? Так, погуляем. Дробовичок. Торговый центр. Ням-ням-ням. Посмотри на меня. Ты сделаешь мне ням-ням. Готовы? Иначе я пукну к голоду. Ты не смешно. Ты как? Смотри, смотришь на меня, смотри на меня. Поднимайся. Я сделаю всем ням-ням. Ой, ты сплотнулся? Девочка напилась монстра на то. Блять, подключение к игре в режиме компании, в ролях. Серега, пердёж. Так, я ему смотри, так. Пошли драться. Пойдем поделим, все найдем. Окей! Как он существо прыгает, как Честер. Тупо Честер на лесу прыгает. Тебе надо... Какая женщина? Ой, упала. Пацаны, я издеваюсь над женщиной. Будь поосторожнее. Чел реально хорош. Молотов. Ой, он дядя. Он дядя. Помогите. Не надо. Иди сюда. Что, не попадается? Просто главный враг это Давид. Сидит и что-то говорит. Почему у меня только женщины меня бьют? Прям как дома. Пацаны, банихо, кто умеет? Ну, поп это, когда у тебя губа, короче, две их, да? Ой, страшно. Пусти! Меня гоблин добьет, помогите! Иди встать должен. А у нас дефиг есть? А. Мы проиграли. Ну это все за Стасом. Да, блядь. Центр машку, блядь. О, целевой. С некоторым шансом здесь возле машины может появиться ее хозяин Джимми Гибс младший. Почему он, сука, на меня, блядь, охотится, а не на тебя? Мне нужна помощь! Ой, а чё? А я застрял тут? Ну мы чё, сейчас все на этом говне умрем, да? Я спрыгнул вниз и умер, да? Управляй её! У меня эти звуки пугают. Молотов? Да. Это просто ит, песня убитого. Господи, сколько же туда влезает? А, помогите! Дави! Я не попадаю! Уходите его! А, крокодил ванны! Все, давайте к машине посмотрим, к автомобилю. Все, мы спаслись. Так оно же двухместное, как мы сели в нее. Так, кстати, да, это хороший вопрос. А я хочу быть женщиной, теперь можно? Сука, Серега передел, блядь. Кибидей, доп. Yes, тёлка, ты тёлка, хе-хе, тёлка. Мне игра встала. Отошел, блядь. Мне игра встала, игра. А, так, ты теперь мать? Тренер. Мне игра встала, помогите. Ты тренер. Я не тренер. Ты тренер. Тренер. Ой, я зашел в Телеграм, хочу найти Кирилла и вбиваю в поиск тренер. Я не понимаю, почему не ищется. Тренер вернулся. Я тренирую бицепсы, трицератопсы. Серега, смотри, что есть. Серега, ты Серега. Смотри, я тебе принес. Бега, баллон! На! Почему? Блина себе! Я куличика забил газоном. Газоном? Газоном-газгольдер. Перезаряжаю! Осторожнее, у некоторых машин работает сигнализация.
Он прям передо мной заспавнил себе, это прям лицом и на Стаса побежал. Да просто видеть надо было, там Стас стоит, сзади у него бежит этот урон, блядь. Это я. Простите, парни, я вас люблю. Ты смотри, какой урод. Он мало того, что на машину встал, так еще и свой канал завел. А я две машины сделал. А я 30. У меня дома 100 арбузов. У меня дома 100 длинных арбузов. Невероятно длинный арбуз для невероятно длинной кружки. Какая кружка? Ты не видел? Это невероятно длинный чай для невероятно длинной кружки. Вот этот мем. Там просто кружка, но очень длинная. Какая где? Ну на мебе. Невероятно длинный чай. Невероятно длинная ложка. Что происходит? Блядь, да нихуя не понимаю. Так я говорю. Невероятно длинная ложка. Блядь, поняли. И невероятно длинная кружка. Какая кружка? Так я говорю, длинная кружка. И ложка длинная, и чай. Какая кружка? Длинная. Серёг, ну ты чё? Почему она длинная? Ну она невероятно длинная для длинного чая. Блядь, про кружку? Чё там рыбит? О, господи, я в слезах сижу, мне плохо. Какой чай, какая кружка? Длинный чай. Чего? Почему чай-то длинный? Он для длинной кружки и длинной ложки. Невеста. Невероятно длинная невеста для невероятно длинного жениха. Это невероятно длинный сухо. Господи, какой кошмар, я сейчас умру. Почему чай? Вот голос Стаса херово слышно, но его рык было слышно идеально. Так, а что ты медленный? Так и полечись, братик, ты чё больной? Вы не могли бы подписать мою петицию? Господи, с невероятно длинного чая в невероятно длинной кружке я чуть не сдох нахер. О, ящик говна. Это я насрал, смотрите. Это я насрал. Блять, опять эта хуйня ебаная. Вот тут где-то ведьма. Невероятно длинные зомби. Невероятно длинные зомби. Невероятно длинная игра, блять. По полям, по полям. Ой, я покакал. Невероятно длинный мост. Минус 30 особо не погуляешь. Ляхи мерзнут. Ну, кстати, завтра вот по прогнозам минус 24 надо будет выйти погулять. Я взял канистру, если вам интересно. Пошел нахуй. Ой, опять канистры сраные. Фух. Ой, опять страшно! Ой, там так. А, нет, нет! Да отъебись, опять он ко мне бежит, блядь! Невероятно длинная канистра. Че, мы еще одну вымыли? Посложнее сделаем? Я что-то как-то и так нелегко, не? Слишком. Ну ладно, сложнее. Ну, ехало, получается. Простите, народ. Похоже, идея оказалась не так крута. Get back on foot. Я тёлка. Ну, блядь, пацаны, гандоны, опять этот рупах. Вероятно, длинный чай, что? Пацаны, тут хуйня волосатая, большая. Ты когда с пацанами зашел в баню, пацаны, тут хуйня волосатая. Ебать, да, блядь, ну опять! Как он меня заебал, сука. Серега, чё с тобой? Все нормально? Серега что-то приличие решил пока. Блядь! Я взрублю что-то. Ебра, ой, привет. Ебать, да, это чисто груша для битья у нас. Вы можете меня не поднимать. Да нормально, сейчас пройдем. Так, все вместе держимся, все вместе не отходим, мальчики. Побили. Ебать-то! Поиграли, мужики. Да не, еще раз, сейчас справимся. Еще раз, да, вот сейчас стопудово. Вот не отходим вообще друг от друга. Тут пошло все не так. А давайте психанем и еще увеличим сложность. Давай. Теперь мы никогда это говно трудно. Да не, а сейчас прикинь, пройдем сразу. Ну это было... А можешь все? Смотри, прошли-ка. Олег Титьков, зомбите на ног, зомби мозги кушат вы.